Привет, ребята! С вами канал на Татуся. Сегодня папа что-то интересное принес. Я сяду со зайчиком. Папа что-то интересное привез из командировки. И Наташа даже не догадывается, что же это. Итак, Наташа, что же привез папа? А папа привез вот что. Огромный лол. Папа привез огромный лол. Сюрприз. Где сердечко? К нам попадалось, да? Да. Капустка. Ну что, давай открывать. Лол сюрприз, бабли сюрприз. Там должна быть куколка Лол с питомцем. Ну что, ребята, начнем нашу распаковку? Да. Наташ, открывать будем? Да! Давай посмотрим. Сейчас посмотрим. Вау! Стоит замерзнуть. Вау! Шлопушка светящая! Это бомбочка! Настоящая! Ничего себе! Сердечко посмотри, что там, Наташа. Вон она, наклеечка. Где? Или что это такое? Картинка какая-то. Давай посмотрим. Да. Давай посмотрю. Вот такая вот картинка. Я так думаю, что нам попадется куколка Лол и какой-то питомец. А вот здесь вот. А вот здесь это что-то тоже интересное. Разбираем сердечко. Да? Это высыпящая! Длинная инструкция. Нужно налить водички, потом положить вот это вот. Мы сейчас это распакуем с Наташей. Да. И положим водичку, и она положим водичку, да. И она растворится, и там какая-то куколка, да? Мы посмотрим. Да. Ну правда, что-то такое, наверное, интересное, да? Вау, какая! Ну что? Ну что, запускаем? Ну, давай. Вау, шипит! Ничего себе, она шипит! Шипит, конечно, ребята, шипит. Давайте еще. Натусенька, мы потом положим, когда вот эта штучка растворится. Давай мы пооткрываем шарики маленькие. Наташа. Ну хорошо, растворится полностью. Посмотрим, что там будет у нас. Там какая-то ракушка. Наташенька, давай шарики пооткрываем. С какого начнем? Давай это все положим пока. Пока он растворится. Ну давай. Это несколько там и поставочки. Ты права.
ручкой. Давай песок уберем. Давай посмотрим.
ничего здесь. А мы, наверное, что-то достали оттуда. Что? Что, мама? Может быть, шляпу? Оттуда вот. А что вот здесь интересно? Вот тут будет ничего. Ну, достали. Давай посмотрим, что же нам попалось, Наташа. А что вот здесь, мама? Давай, Наташенька, примерим на куколку ее одежду. Что будем сначала надевать? Давай. Давай сначала. Ну давай, это платьишко, да? Давай. Одела? А зачем сюда юбочку? Вот такое у нее есть платье. Давай следующий наряд. Давай, башмачки. Молодец. Вот это что? Это спортивное все. Да, давай сначала тут примерим. Ребята, вот такой вот костюмчик. Посмотрите, какое красивое платье у куколки нашей. И башмачки. Ты думаешь, это ее шляпа? Ребята, кукла стала темнее, она поменяла цвет, как будто загорала на пляже. Сейчас мы примерим на куколку еще один костюм, который у нас остался. Вот такая юбочка, морской, посмотрите, стиль. Вот такая кофточка и такие башмачки. Ну, ребята, будете снимать? Давай, одевай. Покажи ребятам, какой наряд у куклы. Посмотрите, ребята, какая чудесная, прекрасная одежда. Давай обувь еще одну. Давай. Без сменки, да? Да, действительно, как же без сменки? В садике обязательно нужна сменка. Вот такая замечательная куколка Лу попалась Наташе. Куколка Лу не одна, она с одеждой, бутылочкой и замечательным питомцем. А еще есть кинетический песок и бассейн. Ура! Ура! У канала на Татуся 20 тысяч подписчиков. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши комментарии, лайки, за то, что вы подписываетесь на наш канал. Всем удачи! Всем пока-пока! И ссылка в описании. Ссылка на другие видео в описании.